Успех необходим любому человеку. Он помогает двигаться вперед, брать новые вершины, быть уверенным в себе. Как же сформировать у ребенка уверенность в себе и в своих силах? Дети измеряют свои успехи не цифрами в календаре, а реальными достижениями. Одобрение взрослого, его поддержка и похвала сформируют у ребенка уверенность в себе и в своих силах. Как же этого добиться? Давайте разберемся вместе. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок. Своим невмешательством вы показываете ему: с тобой все в порядке, ты справишься. Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему. Но сделайте только то, с чем он не может справиться сам. Остальное доверьте ему. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. Позволяйте вашему ребенку встречаться с результатами его действий или его бездействий. Это поможет ему взрослеть и чувствовать свою ответственность. Элементами успеха является внимание к жизни вашего ребенка. Оно не должно носить эпизодический характер. Внимание к жизни ребенка должно быть постоянным и устойчивым, вне зависимости от настроений или занятости взрослых. Публичность. Наиболее значимый успех для ребенка – публичный. Не забудьте похвалить его в присутствии других членов семьи. Доверие и безопасность. Ребенок чувствует себя уверенно и спокойно только тогда, когда доверяет взрослым и не боится совершить ошибку. Труд. Ребенок должен сам оценить результат своего труда. А если в этом процессе было замешано несколько участников, то и лавры нужно разделить поровну. И помните, неизменным должны оставаться интерес и внимание к жизни вашего ребенка. До скорого!